Храм в Кировске преобразится. Церковь Спаса Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа на улице Солнечной закрывается на капитальный ремонт. Здание служит уже 19 лет, и обследование показало, что ему требуется серьезное обновление, в том числе инженерных сетей. Так что к своему юбилею Кировский храм должен предстать перед прихожанами, жителями и гостями города в новом облике. Как сообщил настоятель храма отец Алексей, благословение на работу от главы Мурманска митрополии владыки Митрофана получено. Финансовую помощь обследованию на этапе проектирования и в ходе реставрации оказывает компания «Фосагро». Фронт работ довольно-таки обширный. И такой продолжительный процесс. И предполагается начать сейчас уже после Троицы заниматься реконструкцией храма. И окончание работ планируется до конца года провести. Это и с обделкой фасада, с изоляцией, и также и внутренние работы. Капитальному ремонту подвергнется абсолютно весь храм от кровли до цокольного этажа, включая колокольню и алтарную часть. В ходе работ будет выполнена замена всех инженерных сетей, включая вентиляцию, полный внутренний ремонт всех помещений, замена отделочных материалов, освещения и напольной плитки, а внешние стены будут утеплены. Компания-проектировщик и компания-подрядчик уже определена. Определены художники, которые будут заниматься внутренней росписью и внутренним убранством. Я от себя и от компании хочу обратиться ко всем жителям города, проявить терпение. Работы будут проводиться в течение, наверное, полугода. Они затронут все внутренние помещения, подвальные помещения. И внешний фасад будет несколько видоизменен. Он предстанет не совсем в привычном виде. Он будет больше соответствовать православной византийской архитектуре. Роспись храма – отдельный блок работ, которому будет уделено особое внимание. По всей России не так много церквей, внутренние стены которых полностью расписаны библейскими сюжетами. И трепетное отношение прихожан к росписи вполне объяснимо. Роспись в таком же ключе будет оставлена, что нам дорого, что вообще, вы видите, роспись очень... такая теплая и горькая, конечно, что не получится ее сохранить. И опять же, это не просто прихоть, это вынужденная мера. Это будет группа художников. Они расписывали многие храмы в Москве, в Московской области. В ближайшие полгода службы в Кировской будут проводиться в Хиногорском женском монастыре и в храме святой великомученицы Варвары на Кировском руднике. Руководство компании «Фосагро» приняло решение о предоставлении автобуса для прихожан, который по заранее подготовленным спискам будет доставлять их на рудник. О времени рейсов будет сообщаться дополнительно.